Ребятки, привет! И сегодня... Вот так, давайте сделаю влог у меня. Как вы, не моя суббота. В субботу вышло другое видео, я его... Оно целый час почти. И этот влог – мое воскресенье. И сегодня я в гостях у Любы Тани. У нас сейчас без 15:11. Скоро за мной приедет папа, и мы поедем к другой бабушке. Мне надо там забрать у нее вещи, я забыла флешки. Там видео есть одно, надо будет тоже выложить. Вот сегодня я сейчас буду завтракать, кушать. Сегодня хорошая погода из окна. Ну вот такой вот второй этаж. Здесь почему-то всегда мало снега. Ну и вот так живем. О, это кислица. Она кислая. Так, бабушка, привет. Привет. Он телевизор смотрит, а я вчера приехал сразу после Анны Анатольевны, как вы знаете, я каждую субботу хожу. Приехал сюда, вот здесь я сегодня ночевал, на этой кровати. И вот сейчас играю в GTA San Andreas. Вот так здесь немного попроходил. Здесь все тупик. У меня есть чит-код, чтобы туда пробраться. Ну ладно, не в этом дело. Вчера после Анны Анатольевны сразу сюда поехал, у меня появился насморк. Ну и вот так. Звонил друг один, говорит, а я помню, ты винтовку продавал. А я ее продавал, знаете, когда? 100 лет назад. У меня, я же продал ее, помните, когда еще? Уже 2 недели. В этот же день выложил, и сразу ее у меня купили. Так, садимся вот в этот автомобиль. Ну, в принципе, это никак не влог. Это просто, чтобы с вами поговорить, поиграть. Это будет влог мое воскресенье. Оно будет состоять из нескольких частей. Ох. Ой, сбили человека. Так, ребятки, решила снять рум-тур. Снимаю на телефон, камера, аккумулятор сел. Ну и вот это, получается, входим. Здесь прихожая такая. Вот я, привет. Ну, здесь прихожая такая, лампы. Вот эти лампы специально, чтобы не нагревался потолок, они не диодовые. Арка. Потом кухня, это картина. Это-то моего производства я делал. Такая достаточно интересная вещь. И здесь какая-то, не знаю, что за картина. Магнитики. Мой старший брат с другом. Тут я привозил из Санкт-Петербурга. Это вот из Винницы, этот фонтан у них. Тут все, я еще не покушал. Все для вас снимаю. Уже сколько времени. Вы видели, да? Здесь я уже показывал. Кухня, гарнитур. Здесь, знаете, как было, это переделали. Вот эта стойка, она была еще выше. Здесь переделали просто ее. Вот так. Так. Дальше идет. Помните, я говорила, что сколько книг у бабушки было? Еще на дачу увезли 60% всего. Вот, смотрите, сколько книг. А я сейчас лампу включу. Лампа вот сначала так включается, а потом вот так. Ну вот, сколько книг. Вот. Старая стенка, как тетя Люба любит. Такого типажа столик. Раньше здесь было еще снизу стекло, но оно сломалось. Да, пианино раньше здесь было. Концертная сиван. Диван, и баба пьет кофе. Потом, ну и что-то смотрит. Рецепты. Всякие старенькие. Статуэтки, джели много. О, откуда у тебя эту? Я это не видел. Она стояла в спальне. А, в спальне, понятно. Это вот моему брату из Таиланда мы привозили. Что? Ну, здесь всякие графины. Вот книги вот эти вот были потеряны. Видите, сбор. Ну, вот здесь. Дверь, бабушка, вы... А что, картины мама рисовала? Ну, это самые первые работы. У меня есть видео мамы, творчество моей мамы. Там вообще шикарные работы. Вот картины. Вот такая дверь, бабушка ее выбирала 2 месяца. И психовала, какую выбрать. Не надо ничего здесь говорить. Нет. Вот. Так. А что не открывается? Так, кто-то с утра пораньше встал. Выбирать, ну вот такую баба дверь выбрала. Хотела Екатерину, но там размеров не было, 60 дней надо было ждать, чтобы из Москвы вышло. Мой штатив, большой такой шкаф с зеркалом, комод. Ну это я уже снимал, да?
Это тут такой рум-тур небольшой. Я на сцене. Ой, совсем плохо видно, да? Вот я на сцене пел. Еще маленький. Такая база. Ну, здесь видите, темнота, одним словом. Так, я говорю, вот GTA. Все, я умер, да? А меня, наверное, убили или что произошло? Почему я в этом... Так, почему-то поплыло. Ну, ладно. Давайте, ребятки, буду я потихоньку закругляться, а то у меня на остальное не хватит памяти. Есть автомобиль, мне это комета, она быстрая.